Добрый день, Владимир Владимирович. Спасибо вам за возможность задать нам вопрос. Конечно же, я воспользуюсь этим, потому как очень давно за вами наблюдаюсь и прониклась огромнейшей симпатией к вам из-за поступков, которые вы делали по отношению к своему народу. Так как я сейчас не единственная, кто наблюдает за вашей позицией сегодня, хочу поинтересоваться, вы умалчиваете о том, что происходит в Российской Федерации, по причине финансовой из-за заработка, или вы находитесь в опасности? Согласны ли вы с тем, что вы один из ключевых лиц, у кого есть нереальное оружие для того, чтобы изменить ситуацию в стране? Я, признаться, вас не совсем понимаю. Что значит, я не говорю о том, что происходит в Российской Федерации? Вы знаете, я ведь веду программу телевизионную, в которой я задаю вопросы тем людям, которые в значительной степени отвечают за то, что происходит в Российской Федерации. И мне кажется, что своими вопросами я в значительной отвечаю на ваш вопрос, в значительной степени отвечаю на ваш вопрос. И вопрос совсем не в деньгах, и мне ничто не угрожает. Вопрос, возможно, в том, что мое представление о том, что происходит в Российской Федерации, отличается от вашего. Ну, что же, это вполне может быть. В конце концов, не все люди думают одинаково. Но я вас уверяю, что я говорю, что думаю, и что не менее важно, думаю, что говорю.